Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы опять в моем ретро-разделе «Назад на рыбалку в СССР. Ретро-ностальгия». Это мой самый любимый раздел, один из самых любимых, потому что я люблю коллекционировать советские снасти рыболовные. И сегодня я поговорю об очень интересной удочке. Удочка зимняя, называлась вот подарочная. Давайте сейчас ее вам открою, расскажу и все покажу. Итак, удочка называется подарочная. Здесь сверху вот этого пластиковой коробочки был еще такая бумажная, как чехольчик. В бумажный чехол это все вставлялось. На ней было написано «Подарочная». Производство «Военоход номер 1», город Реутово. Это известный завод, который выпускал спиннинги, зимние удочки и много других катушки, и много других рыболовных снастей. Он вот выпускал, цена была 2 рубля 70 копеек. Это 60-е, ориентировочно 60-х годов начала выпускаться эта удочка. Поправьте меня, если что-то не так. Но давайте же откроем. Далее. Сама коробка 14,5 сантиметра в длину, 7 в ширину. Толщина 2,5. Давайте же откроем. Посмотрите, какая красота. Вот такая вот подарочная удочка. Вот такая вот коробочка. Здесь мы что видим? Сама вот эта удочка. Здесь вот написано «Военоход номер 1» с одной стороны. Здесь подарочная. То есть, что мы видим в комплекте? В комплекте у нас 4 вот таких вот катушечки. Здесь смотрите, как вставляются они вот в этот паз. Вот так вот. Здесь с другой стороны нажимается вот эта кнопка. И вот здесь переворачиваем. И то есть, катушка фиксируется. Вот она. Здесь нажимаем вот эту вот кнопку, и она крутится. Нажимаем, опять фиксируется. То есть здесь мы видим прорезь для быстрого одевания лески. И то есть что она дает? Возможность у нее, что одновременно разный диаметр лески мы можем применять. Здесь в комплекте идут два вот таких вот шестика. Вот он, вот такой вот шестик, один запасной, как я говорил, 4 вот таких вот катушечки. И здесь идет, в комплекте еще идет 5 вот таких мормышек. То есть, ну, обычные мормышки, 4-уголка, дробинка, типа вот груш, побольше, поменьше. Вот такие вот идут 5 мормышек в комплекте и сама удочка. В собранном виде 26,5 сантиметров. Весит она достаточно. Она очень легкая, как бы в руке ее очень удобно держать. Давайте ее. Вес, говорю, очень она легкая. Весит всего 29,2 грамма. То есть вот такая вот, приятно держать в руке, здесь вот. Здесь открывается тоже какие-то мормышки, что-то можно при желании поместить. И вот здесь вот подарочная, здесь такая роспись. Ну, удочка такая вот красивая, посмотрите еще раз. Такое ощущение, что, может быть, я же, только это мое мнение, что раньше... Все вот даже рыболовные вещи как бы были сделаны с душой в Советском Союзе, конечно. Вот они также в паз вставляются, вот здесь смотрите, вот она в паз вставляется и нормально все хранится. Вот такая вот удочка советская, подарочная. Вот такая вот она красивая, маленькая, может поместиться, как бы, посмотрите, небольшая вот эта коробочка. Может поместиться в любом кармане, внутреннем, наружном. Думаю, на рыбалке будет одно удовольствие. Но это больше даже как сувенирное, ну и как
на рыбалку тоже можно будет сходить. Итак, а вы, как всегда, напишите в комментариях, у кого была такая удочка, военноохота номер один, подарочная, кто ей пользовался, кто ловил. Напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Как бы не пропускаем, хочу сказать, не пропускаем ретро-разделы. Будет очень много интересных рыболовных снастей Советского Союза. Как бы, кто уже знает, просто будет интересно вспомнить. Как бы, а кто не знает, какие снасти было, будет интересно посмотреть, просто какие снасти были в Советском Союзе. Как бы на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!